Всем привет! С вами Филипп, канал магазина FlipUp, и сегодня мы поговорим с вами о шлеме AGV-K6. AGV – фирма итальянская. Мы уже неоднократно говорили о том, что AGV – это законодатели моды, все, что касается дизайна. У них обычно самые красивые машины, самые красивые корабли, самые красивые мотоциклы, но не самые прикладные. К шлему AGV-K6 это не относится. В нем очень много хороших качеств, которые пригодятся каждому мотоциклисту в повседневности. По нашей классификации этот шлем является спортивным интегралом с некоторыми допущениями. О них мы сейчас расскажем. Поговорим детально об этом шлеме. Оболочка у него выполнена из смеси карбона и арамида, что делает его очень прочным, при этом очень легким. Весит он всего-навсего 1200 грамм. Это очень хороший результат для этого шлема. Визор у нас находится под замком, который открывается при помощи кнопки. Это сделано для того, чтобы он не открывался на высокой скорости. Также здесь есть пины для установки пинлока, который идет в комплекте. Вентиляция, которая подает воздух в сторону визора и лица, у нас здесь только одна шторка с одним положением. Сверху у нас уже три шторки с одним тоже положением, но в принципе их целых три, поэтому это нивелируется их количеством. И сзади у нас пассивный, не закрывающийся воздухоотвод. В принципе, ему закрываться вовсе не обязательно. Головой назад вы едете довольно редко. Застежка здесь D-ring. Внутренняя подкладка у нас антибактериальная, быстро снимаемая и моющаяся. Также система быстрого снятия шлема при аварийных ситуациях. От себя лично могу добавить, что шлемы AGV всегда отличного качества, и конкретно этот шлем очень качественный, а самое главное, очень легкий. Если от шлема вам нужна легкость, то в принципе это ваш выбор вообще. Все шлемы AGV обычно рекордсмены в плане легкости. Однако есть у AGV маленькая болячка. Она на самом деле по факту ничему не значащая. Просто вот этот надо принять как данность. Все шлемы AGV на полке выглядят не так круто, как они выглядят на вас. Если вам не нравится шлем AGV, обязательно примерьте и посмотрите, как это выглядит с вашей экипировкой и всем прочим. Вот это какая-то такая вот особенность этих шлемов, что вот с людьми они лучше, чем при презентации. Ссылку на данный шлем мы оставим в описании. На этом все. С вами был Филипп, канал магазина FlipUp. Подписывайтесь на наши обновления, жмите на колокольчик, ставьте лайки и до скорого!